Возвращаясь к вопросу, где производят ламинат. Все производители европейского ламината на данный момент сопровождают свою продукцию таким документом, как декларация качества продукции. В этом документе есть такой пункт, четвертый, где прописан адрес производства. Где прописан адрес производства. Вот, и рассмотрим на примере ДОПа ламината АЛОК. Здесь, как мы видим, есть адрес Норвегия, город Лингдал. Попробуем его найти посредством Google Maps. Заходим на всем известный сайт. И в адресной строке прописываем адрес, который мы видели в ДОПе. У Google Maps есть такая полезная функция, как режим просмотр улицы. Берем человечка и ставим этому адресу. Это позволяет нам воочию убедиться, что да, такой завод существует. Вот мы находимся рядом с входом, со входом. Завод АЛОК. Это вход в офисное здание. Мы можем прогуляться вдоль цехов завода и убедиться, с правой стороны это все завод, и убедиться, что завод расположен непосредственно в близости, можно сказать, в двух шагах от жилой зоны. И зная, насколько щепетильны европейцы, особенно скандинавы, к экологии, предположим, что ламинат экологически безопасен, чист. То есть, если бы были вредные какие-то производства, выделения, вот производство никогда бы правительство не позволило разместить производство в двух шагах от жилья. А так мы можем, в принципе, найти любой завод по производству ламината, паркетной доски в Европе. Тот же Quickstep, Болтерио, Классен, Эгер. А все эти производители, тем способом, который я сейчас показал, мы можем удостовериться, да, эти производства находятся в Европе. А что не скажешь о многих приват-лейблах, которые есть сейчас на полках магазинов. Вот. И совет, если вам предлагают приобрести непонятную голландскую паркетную доску, либо голландский массив, либо что-то еще, попробуйте найти адрес, либо ламинат, попробуйте найти адрес, попросите у продавца адрес завода и посмотреть, правда ли он в Европе, да, и что он из себя представляет, где он находится. До новых встреч!